Сейчас маленькая прелюдия. I will try if you want. I have anything you want. I have anything you want tonight. I will start to cry. I will start to laugh. But I'll never say night. Сегодня все-таки мы будем говорить о детстве, поскольку недавно у меня вообще-то был день рождения, 31 декабря, и в форточку залетал Дед Мороз, полузапрещенный чувак Дед Мороз, и он никакой не Санта, он Дед Мороз, у него полно всяких конфет и всякой шоколадки. Yes. Вот. Посему сейчас еще одна лирическая песня, а потом понеслась. Я хочу сказать одну песню. Ну, раз мы говорим о детстве, я сыграю песню, которая очень нравится моей маме. Написал ее Алексей Иванович Лутицкий. Называется она «Беляхаты». Песня, которая нравится моей маме. Таким вы меня еще не видели. Yeah.
песня, которая нравится моей маме и, думаю, понравится всем остальным матерям. Окей, а теперь понеслись. Детская песня, детская забытая считалка Шарли Буба. Та-та-та. Или более полный вариант Are you away, си-ги-да-ра-та-та. Итак, 31 число. Thank you.
Пумба-пумба. Если любишь ты меня, исполнено впервые на Тавале, во вторые и далее по тексту. Ну, интересно.
по теме. А поскольку год у нас год обезьяны, песня называется «Горилла». Эпиграф. Вау, вау, вау. Пусть кручина тоска пожирала меня,
как настроение? Отлично, супер. Спасибо, окей. А что вам еще хотел спеть? А кто помнит, что вам хотел спеть? Что никто не помнит? Что после пения Рожатора хотел спеть? Нет? Окей, а я знаю, что вам хотел спеть. Я вам спел то, чего вы опять не слышали. Это песня, которую, надеюсь, когда-нибудь исполнит академический хор, ну или полуфольклорный хор, или... Ну, Виа Ариэль от нее отказались, ну, неважно. Называется «Сельский романс». Ну, представьте, да, то есть пасторальная картина, как там, полная картина, чудная луна, так же. Итак, «Сельский романс». Дай нам силы солнце, дай свободы ветре, не оставь нас небо, дай нам песню. Кто угодно знает, кто угодно скажет, с песней кто даст поинтереснее. Помнишь, как с тобою птицами кричали, крылья за плечами вырастали, и подняли, подняли, поднесли, поднесли, хороводу, хороводу, не погоду. Ой, красна природа, хороша погода, и во сне такое не приснится. Золотые горы и кротовые норы, все же к чему на свете подивиться. Помнишь, как с тобою птицами кричали, крылья за плечами вырастали, и подняли, подняли, поднесли, поднесли хороводу, хороводу. Деревенский романс, вот такой был. Окей. Еще одна гипероптимистическая песня, тоже написанная в детстве. Она называется «Тьфу же». Это рекомендация относительно современной жизни. Ля минор. Ни с кем не встречался на сотни частей, не разрывал.
Время у нас еще есть? Да. Четверостишие, посвященное победе Константина Бочарова на X-Factor'е. Нет, не только майонез в этом чудном мире есть, справедливость и огрызок, а возможно ум и честь. Сейчас будет. А сейчас вместо Богдана Сорока украинский блюз. Оригинальная музыка Владимира Конощенко. Прибабахнутая версия вашего покорного слуги. Украинский блюз в стиле черного кофе. Вот под них я и закосил. Ну, такая пародия.
тоже где-то между мытьем посуды и чем-то еще. Итак, моя горила. Хлопці та й дівчата сядемо для хати, про мою горилу будемо співати. Хлопці та й дівчата сядемо для хати, про мою горилу будемо посещение стоматолога. Один раз Вадим Новак, ведущий радиоволны, предложил мне написать Августина в кантри. Я с просонья подумал, что, ну, чувак точно гонит. Но потом, сходив к стоматологу, я уже и в кантри, и в симфо. Итак, ковбой Августин, ля мажор. We'll be right back.
нужна ваша ритмическая поддержка. Ритмическая поддержка. Танец в ре-мажоре. Танец называется «Редо-стиляшки». Это же импровизация. То, что не вошло в Карфаген, танец «Редо-стиляшки». Так. Обещала подешевление мяса. Вот. Оно не состоялось, а плюс появился. И тогда посвящается куриным ножкам. Legs of bush. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Итак, сейчас инструментальная вещь в венском стиле посвящается всем, у кого был день рождения. Happy birthday to Гайд, Моцарт и всех присутствующих. Дома живу. Подслушанная у каких-то КВНщиков школьных, называется «А за деревом дерево». Сейчас. Представьте себе, если кто не слышал, как Бах обслужился Пугачевой. И что из этого получилось? Студенческая работа. Токката страхолюдища ре минор.
что еще сыграть? А сыграю я вот что. Музыка Guns N' Roses, слова околонародные. Песню вы узнаете. Платонической любви моей любимой девушке, которая, как мне тогда казалось, злобно меня кинула. И песня называется «Черная выжда».
Фа-мажор. Шалом Хамрук. Кто-то знает, кто не знает. Израильский ракешник. Песня называется «Гама Цав Каше», что переводится как «Положение сложное». We'll be right back.
Спасибо. Сейчас будет еще один блюз. «Паровозик». Это классика жанра, классика гармошечного репертуара. Трейн-блюз. Это своего рода этюд и все на свете. Ну, будет время, расскажу позже и больше. Итак, «Паровоз». Hello, I love you. Посему детская песня. I love you.
Что сыграть?